На Некрасовском путепроводе столкнулись универсал и седан. Машины получили не столь критичные повреждения, водители расходятся по европротоколу. Авария случилась после полудня. Две «Тойоты» – «Премио» и «Филдер» – двигались по Некрасовскому путепроводу за город. Не доезжая до «Молодежной», водитель универсала подрезал седан. Владелица «Премио» опешила, не поняла, что за дерзкий маневр совершил рулевой «Филдера». Как итог, универсал поцарапал седан. Хозяин «Филдера» признал свою вину. Девушка со второстепенной выезжала, и, как оказалось, она уже проехала в момент пересечения главной второстепенной, поэтому я при перестроении ее задел. Вот, и остался виноватым. Вполне признаете, да? Ну, а что делать? Повреждения небольшие, поэтому не переживаю абсолютно. На место происшествия прибыл аварийный комиссар. Водители решили оформить ДТП по европротоколу. ДТП не виновен. Вы тут расписываетесь. Там, где виновник, ДТП виновен, вы расписываетесь. Небольшое краткое объяснение, все напишите. Универсалу и седану требуется легкий косметический ремонт. Обе машины на ходу.